Ребят, сегодня мы с вами снимаем битву мобов. И с нами тут Вадим. Поздоровайся. Привет! Так, ну в общем, смотрите, сейчас вам объясню. Так. Да, сегодня я, во-первых, скин поменял, а во-вторых, это, ну я теперь все на английском. Забыл поменять. Ладно, смотрите. Сейчас Вадим тут лут забирает. Вот. У него тут нехреновые вещички такие, я по-моему сказал. Потом. Вот, я вот сюда захожу, и здесь есть волны. Вот, например, один, там зомби. Так, стопэ, мирно. Все окей. Ага. И так есть несколько волн. Так, да, Вадим, давай одевайся. Угу. Готов к первой волне? Готов? К первой. Нет, подожди, 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 я беру все, что. Ну окей, ждем. Окей. Все, готов? Да. Первая волна пошла. Первая волна — это просто обычные зомби. Иногда я буду в спектакле подлетать, иногда я буду в этом. Просто вот так через окошко следить. А может вообще здесь барьеры поставить? Не, лень. Так. Ты там справился? Да, никого не осталось. Да, и, кстати, оцените эту арену от 1 до 10. Так, ладно, вторая волна. Yes. Ты что, не предупредил, что за скелеты? Да они друг с другом шумаляются, так нечестно. Я не виновата, не смог. Куда пробрался? Ай, больно. Спрячься вот сюда в вышку. Все хорош. За тобой один скелетик буквально идет. Так, стой, стой, стой. Вот тебе обновка. Спасибо. Так, давайте мы в комнату заходим. Он, если что, не может ломать блоки, он в этом. В приключении. Он только убивать мобов может. Так, там еще один скелет остался. Да я. Спасибо. Но я пока эту волну добью обычным мечом. Тут два скелета вообще. Все. Так, сейчас проверим на наличие. Так, все, больше никого нету, ладно. И прям жестких тут не будет. Чё? Так, третья волна. Теперь это зомби со скелетами. Берем алмазный. Выносим все. Не, не пробьешь. Опа. Так, давайте к нему подойдем. Слава богу, я успел командные блоки там заготовить. И да, эти не на самой карте. Так, давай сражайся. Пока что сюда. Так, все, сразился. Четвертая волна. Какая? Четвертая. Ни хреново я придумал четвертую волну. А дальше еще жестче. Я знаю. Я скоро щит снесу. Так, ну щит я тебе новый могу выдать. Так, вот тебе новый щит. Я что хочешь? Ты хочешь, чтобы я в Эндеркрае, что ли, или что? Нет, в Эндеркрае ничего не будет. Нет. Так, давай. Что со мной? У тебя лук есть, ты забыл? Ну ладно, у тебя еще одна попытка есть. Все, забирай вещи там свои. Невозможно. Тогда сделаю немного поменьше ифритов.
Ты забыл, что у тебя лук есть? Ты их мог отстрелять просто. Я знаю, но я не мог. Мне было... Я не мог просто почему-то. Так, давай одевайся, я тебе буду по новой блейзу спавнить, только их теперь будет в два раза меньше. Так, Подожди. Это была четвертая волна. У меня щит на исходе, я беру новый. Теперь их тут будет меньше. Дырку надо сделать теперь. Поставлю сюда люк, чтобы мог, если что, там подправить. Я готов. Так, спавню блейзов заново. Только теперь их будет меньше. Теперь их всего 3 штуки, а было 6. Что-то я не продумал то, что их 6 штук будет. Я думал, их 4 штуки будет. Ну, а Блейз застрял. Блейз, ты чё? Ладно. Всё. Так. Умер. Пятая волна. Да? Зачем это? Я не успел зайти. Нет! Только не вы! Тебе придется их устранять. Как? Чтобы на следующую волну пойти, тебе их надо устранить. Да. О, они с двух ударов алмазного меча убивают. Да я вообще мог армию чешуйниц. Я вообще мог армию чешуйниц просто. Не надо. Я его не увидел! Кстати, это десятая волна будет боссом. Так. А какая сейчас у меня? Сейчас у тебя пятая. Какая? Пятая. Вот сейчас сейчас пойдет шестая. Ты отрегенился? Подожди, а, СВ вон еще один, да. Я только сейчас увидел. Все, больше никого нету. Сейчас проверю, может, куда еще один залез. Вот еще ага, один. Я... Вот тут еще один. Давайте я телепортирую. А тут еще один паучара. Вон он. Вот он. Сзади! Все, давай. Подожди, мне нужно выйти. Так. Вот, смотри, вот так. Отсюда. Оп. А, ай, ладно. Подожди. Так, давай. Подожди, Давайте зельку регена кину. Вот, регенься. Все. Подожди, мне нужно кое-что сделать сейчас. Так. Это была пятая волна. Так. Опа. Всё, я жду. Так, давай, шестая волна. О, стоп, шестая была уже. Так, давай седьмую. Седьмая. Их два. Я не выживу. Давай я сохранение что-то рублю. У меня больше все равно не будет попытки, какой смысл? Нет, будет. У я тебя, только сейчас заметил. У тебя 5 попыток, осталось 4 попытки у тебя. Ого! Нехреновую ты мышку. Не, ну следующий будет стреляющий. Поэтому тебе там бесполезно будет сидеть. Я бы достал до них, конечно, но не могу. Потом сделаю. Так я их так штуку убивать, блин. Ты чё, я их ещё не убил? Ты их долго убивать? Давай я тебе помогу, что ли. Подожди, они друг... А, это ты смотри, убиваешь. У тебя знаешь, какие по... у тебя знаешь, какая помощь есть? Какая? Первое, заспавнить железного горма. Второе, уничтожить всех монстров. Третье, это... Третье, моя помощь. И я пока ничего не использую. Да, пока что ты ничего не использовал, это я просто так тебе помогаю. О, минус один, да. Наконец-то. Это ты сам захотел мне помочь, я не просил помочь.
Я даже сейчас кое-что сделаю. Так, берем раздатчик. А, все. Ну ладно, даже не пришлось. Так, дальше идет стреляющий, поэтому да туда не бесполезно. Хилюсь. Так, давайте отхилим. Ну, сейчас у меня... Ай-яй-яй. Так, я готов. Я не знаю, кто это будет вообще. Чё? Скелеты? Сколько? Ну, это смотри. Это как бы вторая волна, только в три раза больше скелетов тут. Давайте в друг друга стреляйте и выпадайте. Давай. Ладно, так никто не запрещал делать. Кстати, это была дополнительная волна. Это была не настоящая. Какая была? Это дополнительная волна. В смысле? Честно, это была не целая волна. Нет, ну дополнительная, она как бы между... Она между этой, как вы... сейчас она между 7-й и 8-й. Это так сказать, промежуточная волна. О, мне тут хорошо. Стою и быстренько. Так, все сюда, кто хочет поцеловаться с йогой. А, ты что, дебил? Нехрен было там это. И ничего, как бы я видео записывала. Я с вами против правил. Да потому что ты в башне сидишь, так нечестно. Так я только что бегал, убивал их, а ты, блин. Тогда сори. Я просто их в центр захотел тепнуть. Тут скелетик за тебя, кстати. Тут скелет за себя. Я два сердечка. Ты издеваешься? Ну, чисто моя помощь, потому что я тебе захотел. Все, хара-хара-хара. Окей. Все, сейчас запустим говнюка. Так, и тебе. Вот он. Так, ладно, пошла 8-я волна. Ты отхилился? Чё? Ты отхилил? Я не отхилился. Так, чё? Давай. Я попрошу. Сейчас. Ну, дальше уже буду... Дальше буду не стрелять. Какой смысл? Ты меня будешь... Давай, жду. Это 8-я волна. Они здесь пройти не могут просто. Все, я могила. Да стой. У тебя щит, у тебя же тотемы есть, ты забыл? Я знаю, я не хочу пока их тратить. Мне нужно сбежать. Это сорено, мне надо кучу взять. Я тут отхилюсь. Ой, какое? Как ты сюда прошел? Они там пролезть не могут. Ложки. Ага. Так. Так. Ну не забывай, чтобы перейти на следующую волну, тебе надо это. Убить всех. А, меня тут убиваю. Поблин. Еще один. Все, идите в зал. Ни хрена себе. Господи. Я ненавижу сушителей. Че, все? Ну, еще есть сушители тут. Если быть точнее, да. Раз, три скелета и сушители еще. Они
Они умные, они сразу в башню идут. Я знаю. У тебя скинули. Нет, они меня сейчас убьют. Сколько хпшек? Вадим. Класс, мобайл. Класс. Блин. Пошли в задницу. Давай, последний остался. Да, подписчики, сори, то, что я ему прям вот так в боях помогаю. Ну просто приходится. Потому что он еще тот не до ПВПшер. Ну, если бы ты был бы, тебе бы нечего было бы помогать, потому что не так. Так, все, давай хилимся. Так, дальше у нас девятая волна. Нет, только не стреляй. Пять поборников. Ты издеваешься, они меня убьют. Ну, у тебя тут эмо как бы есть. Алло. Так, я пока что лишний предмет тут уберу. Ко мне, давай. Так, и ты давай последний. Ой, реально последний? Да. Подожди, мне нужно отхилиться, я кушаю. Ну, давай, хилься. Сейчас у меня восполняется. Да, я не думаю, почему я броню одел. Это офигел? Это я себе это усложнил задачу. Чё, готов? Сейчас будет босс, я знаю, ты мне уже сказал. Готов? Да? Давай. Да? Блин. Блин, то, что зомби заспавнится, это не предполагалось. Какого хрена они вообще заспавнились? Это ты, что ли, босс? Да. Ты издеваешься, я тебя хрен убью. Так, ну мне, мне надо починить. Я выйду, если ты не просишь меня, потому что с тобой нечего повпшиться, ты, я знаю, какой ты. Ты меня всегда выигрывал. Помнишь, когда мы дрались на луках, ты меня убил, не знаю, сколько раз. Ну, помню, конечно, твои фейлы. Когда мы на мечах дрались, ты меня всегда побеждал. Ты настоящий полукашер, я никто. Ты меня все равно. Какой смысл? Так, мне кнопка нужна. Чем тебе кнопка? Иу! Кстати, кто знает Фиксая, подписывайтесь на Мишу. Ох ты. Кто меня убил? Ах ты. Я с тобой сражаться не буду. Я в выживании, если что. Я знаю! Блин, ну я меч забыл взять. Тебе повезло. Ты че меня оттолкнул? Бай. Я за мечом в креатив зашел. Все, я ухожу. Меч у меня алмазный, как у тебя. И броня у меня, в принципе, как у тебя. Так у меня она сломанная, у тебя там нормально. Тебя жду. Извините. Не попадешь по мне. В башню на Дэнси. На. Ах, в башню иди. Иду. Ну иди. Криса. Ну сел там, идиот. Крадется. Здрасте. Да, все, башня моя. Шел в жопу. А ты в меня не попадешь. Я буду бегать. Бегай. Ех.
Засела крыса. А у меня щит. Я знаю, что у тебя щит. Я буду покушать. Я вообще не хит. Я тебя вижу! На тебя. Ай! Ой, я сваливаю. Да блин, тебя невозможно убить. На тебе, Блейзов. Говнюк неплеску. Это эти, как его, функции босса. Ничего не знаю. И они как бы и на меня нападают. Поэтому не ссы. Пошел отсюда, я Блейзу хочу перестрелять. Я тоже их как бы хочу перестрелять, но, как видишь, не могу. Потому что еще со мной надо сражаться. Нет, кушай яблочко! Опа! Дядя, иди сюда. Нет! На тебя. Ладно, сейчас уже серьезно босса заспавню. Это была шутка. Ты охренел? А вот ты и босс. Ты видишь одно яблочко, у меня теперь одно яблочко. Вот и босс. Они к тебе идут. Ну, я тебе могу помочь. Не забывай, у тебя есть эта функция помощь. Помощь от Миши! Ну, ладно. А какая именно? Убрать всех молов? На босс-файте это не действует. Тогда работает просто помощь Миши. Все, помощь работает. Помощь в действии. Но меня сейчас убьют уже. Меня убили. Все, я мертвый. Да все, помощь Миши действует. Норм. Ай-яй-яй. Чё? Мы в Майнинграде. А, нахрена я столько мобов заспавнил? Я даже не думал, что столько... Так, ну скелеты пока там друг друга перестреливают, это хорошо. Пошли нафиг, зомби. У меня так хп мало. Полсердечка. На. Пошел в жопу, скелет. Ай-яй, на тебе, на тебе, на тебе. Я скоро бича не будет. Ну смотри, я сейчас последний раз помираю, и все. Больше помощь Миши не действует. На меня два разорителя, чтобы ты понимал, загрелись. Блин, а зачем ты такую ульту сделал? Это ульта из всех мобов. Все, помощь Мише больше не действует. Потому что я три раза только помираю и все. Больше не действует. У тебя осталось убить. У меня ЧВ остался. Да ты охренел! Да че, в смысле? Че я сделал? Я вижу. Ладно. Ты слепой. Нечестно. Ладно. Сейчас... Это был прикол. Смысл прикол.
Ну вот, самая последняя волна. Вот ее ты точно победишь. Они тут все в паутине застряли. Опа. Если ты эту волну пройдешь, то ты заберешь это новые ресурсы. Но ты его не сможешь забрать. Почему? Ну, пока не, пока всю волну не, не это. Тут барьеры. Нет. Пока всю не волну понял. Не пройдешь, не, нельзя будет сундук залутать. Там сзади! Дядя сзади. Ладно. Скелета сзади я грохнул. Нормально, стреляют друг в друга. Да я против. Ого, 26 минут уже снимаем, чтобы ты понимал. А? 26 минут, 27 минут уже снимаем, чтобы ты понимал. Круто. Сейчас им... Сейчас этого убью. Убивайся, скелет. Да его моментально убить. Блин, да его не действует только регенерация. Точно, я забыл, что на него моментальный урон не действует. А у тебя еще зомбак остался. Где? Вот. Ты как так умудрился их профукать? Все. Я. Ты! Ладно, все, больше не буду спавнить. Зайди только обратно. Дальше ты будешь надо мной прикалываться.